Всем привет, мы с вами находимся на Лето Студио. И сегодня мы с вами проведем сравнение звучания усилителя Meso Boogie Rectifier TMVRB и 5150 Pivi на примере метал песни. Мы для этого будем использовать две гитары. Первая гитара Gibson Explorer Pro красного дерева 2007 года выпуска, звукосниматели родные, Gibson T500. И гитара Cord корейского производства, это топовая модель, модель M-LTD, она тоже из красного дерева, тоже с вклеенным грифом. Здесь стоят звукосниматели EMG81 и 85. Попробуем же звучание Meso Boogie Rectifier на красном канале в режиме Modern High Gain. А теперь попробуем звучание Pivi 5150 на канале Live. На мой взгляд, из этих двух усилителей Pivi звучит, конечно, немножечко более сухо, чем Meso, но у него более наглый, на мой взгляд, звук. Такой вот очень пробивной, дерзкий, я бы даже сказал. Meso дает очень много красивого низа, и брутальность достигается скорее
за счет вот этой вот массивности, которую Mesa обычно подает своим звукам, тем более из такого кабинета, как 4/12 Rectifier. Мы специально попробовали в этом тесте две разные гитары. Это Gibson Explorer Pro 2007 года, красное дерево, вклеенный гриф, и Cort MLTD корейского производства, тоже красное дерево, глубоко вклеенный гриф, со звукоснимателями EMG-8185. Добротный корейский инструмент, шикарно звучит в оба усилителя, не стыдно с ним прийти в студию, на концерте появиться, шикарно звучит, чудесно рулится звук, я на нем играл как легкую музыку, так и тяжелую музыку, ну и, разумеется, легендарный Explorer в модели Pro, шикарно звучит на обоих усилителях. Выбор за вами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями в соцсетях. Всего доброго.